Voronin și Dodon mereu au vândut Moldova. Ăștia nu s-au rușinat să vândă cele mai bune hoteluri. Oameni buni, atunci când se întâlnesc cu dumneavoastră, întrebați-i câți bani au primit, dar și mai important, când au de gând să întoarcă acești bani. Au distrus un hotel, se grăbesc să-l distrugă și pe al doilea, șterg urmele. Nu le va reuși. În Parlament, blocul Renato Usatăi va efectua o anchetă și va cere pușcărie pentru toți participanții la aceste crime. Votați-i pe acei care îi vor pedepsi pe corupți și mafioți. Mână de fier în mânușă de catifia. Votați blocul Renato Usatăi. Воронин и Додон всегда продавали Молдову. Они не гнушались продавать самые ценные объекты государственной собственности, включая два лучших отеля в городе Кишиневе. На этом месте стояла гостиница «Кодру», которая уже разрушена. Они продали также и гостиницу «Националь», бывшую «Молдова Тур», бывший «Интурист». Спросите их, сколько денег они положили в карман за эти гостиницы. Они сейчас пытаются замести следы. Разрушили одну гостиницу, пытаются разрушить вторую, но у них ничего не получится. Фракция блока Рената Усатова в парламенте расследует эти преступления и накажет виновных. Голосуйте за тех, кто накажет воров, коррупционеров, мафиозников и олигархов. Добро должно быть с кулаками. Голосуйте за блок Рената Усатова.